Footages for this video were provided by our friends from the World War II Pathfinder channel. These guys are searching for the World War II military artifacts. We highly recommend that you subscribe to this channel. Find the link in the description below. Трудно очень копать, потому что камни, щебенка. В общем, копать одно мучение. Только что нашли, смотрите. Целый цинк. Запечатанный. О, прикольно. Так, сейчас будем открывать. А? Нет. Да, руки-то трясутся. Боюсь, что тебя последний попробую. О. Ох, надписи. Себе. Надписи. О-о-о-о. Надписи. Ничего себе. 31 год, апрель месяц, вроде бы. Вода. Да, вот это удача, друзья. Найти такой ящик. А, картонку в музей можно, кстати. Аккуратно я извлечь. В пачечках. Угу. Это же удача, давай. Так, за руки взялись по кругу. Держим кулаки. Давайте. Это секта. Не-не-не, вот так надо. Энергия, энергия. И вверх. Тихо. Ух ты, ё-моё. Там еще навеет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди. Это убивать надо. Оп. Зато упаковщица жила. Да. Вытащи один. Да хоть этот, да. Подожди, может. Зарывет. Ну, не самый идеальный. Ну, как он не самый, да. Не самый идеальный. Ты что же фоткаешь или нет? Что-нибудь скинуть там в группу? Ну да, в группу хоть скинуть. А зачем мне нужен? На, Миш, забирай. А потом вы будете это... А кто фоткал? Кто фоткал? Дайте фотку. Не, потом Ваня скинет нам. Да, подожди. Срай отдел. Ну, посмотри. Не единичка, наверное, семерка. И тут 37. Контент, контент, да? Апрель 31 года. 31 все-таки, а потом 37. А, чтобы направление вычитать? А тут цифра 1. А подожди, так вот это вот, это что такое? Стакан. Кто-кто? Ну, загорающая часть. Вот. Трафик. Ну, это внутри пули, ну? Да. Трафера? Угу. Он уронуть может. Но они не все такие, там это просто. Тут 37 год, смотри. По факту, я тебе говорю, не 31. Да, под унылые, сука. А ты думал сейчас прям, да? Да, мельхиоровые, это все. Металл. 37-й. Да, металл. Живу на укладке 31-й. Экспозицию куда-то можно собрать. Да, на вот этом. Мы нашли в лесу. Лопатка, как новые. Жизнь. Там еще сигнал есть, кстати. Да? Надо проверить, да. Давай сходим с твоим. У тебя помощнее. Зеленый носик, да? Не, вот там, наверху. У всех пуль зеленые носики. Кто в курсе, подскажите, что за патроны. Латунная гильза. Я слышу. 37-й год на гильзе. В цинк попала влага, и пули начали ржаветь. Из-за этого патроны испортились. Приржавели даже. Ох. Разобрал один патрон, смотрите, какая пуля длинная. Задницы у нее трассер.
малинового цвета. Что, только что появилась эта треха, трехлинейка, винтовка Мосина. Очень плотно сидит, и похоже, она с магазином. Затвор отсутствует. Моська, Моська, Мосинка, винточка, это хорошо. Ну что ж, достаем эту железную штуковину. Вроде идет потихоньку. Лыжевые кольца на месте. Была с деревом, значит. Ну что ж, вот такая вот треха. Смотрите. Только что извлек ее из земли. Без затвора. Прицельная планка на месте. Два лыжевых кольца на месте. Окончание ствола и мушка. Почистили немного винтовку. Вот такое клеймо. Виден год 1938. Таскай. Вторая треха. Граненка, смотри, идет. А, давай, давай. Трудно. О, смотри. Офигеть. Ну что ж, вот такая вот красавица. Вторая за сегодня. Граненка, при том, что с планочкой хорошей. Планка Коновалова. Посмотрим на сохран. То же самое. Затвор отсутствует. Миш, давай ты поопытнее тут. Дернуть. Ты что, лопатой подцепись снизу здесь. Не ломать. Не сломать. А уже вытаскиваем. Там косон, здесь косон. Где бойцы? Надеюсь. Сейчас вытаскиваем уже. Да? Погоди, все. Не, его еще надо как-то... Плотно сидит, надо сейчас. Чуть-чуть сверху. Смотри, какой подшлемник интересный. Халкин. Что за подшлемник? Нет. Это просто ударный. Халкин, но в другую сторону сделан. Ангел. Нет. Потихонечку. Подшлемник интересный, переделка какая-то. Подшлемник трехклепка. Трехклепка большого размера просто. Ну тоже нету, да, там, Борис Александрович? Ух ты, большая тоже. Вот он, кожаный подшлемник. Ой, ну ты че? Смотри там. Потихонечку трясем. Ой-ой-ой, глупости есть, да? Да. Ну это шестиклепка правильная, да, получается? Уже хорошая каска. Лепестки он у нас. Ну да, лепестки. Ох ты, отвалилась. Кожаный, да? Не, дермантин. На боку была, поэтому живая. Тоже крепкая, да? Да. Так, щелкнул. Да, сейчас попутим.
Это целое, да, без ударов, без чего. Угу. Угу. Ну, смотри, что-то слева там. Камень.